Всем большой приветик! С вами Алиса, и мы с вами уже готовы вступить в третий акт обновления. Что уже нас ждет? Очень интересненько. Дяденька Лу, расскажите-ка мне историю для школьного доклада. Вы мой самый любимый полицейский. А я Ральф. Ты даже не мой любимый папочка. Это Бабар. А давайте я расскажу вам о своем самом сложном деле – пропаже Льюиса Кларка. О, я об этом никогда не слышал. Шеф, вы же там были. И мы смотрим на призы третьего акта. Кто заглядывал ко мне в сообщество на канале, тот уже видел, какие нас ждут призы. Это толпа хулиганов. Дальше это автобус с теми же самыми хулиганами. Потом парк. Там, где, наверное, какие-то драконы живут. Жетончик и персонаж, этот босс хулиганов. А также я вам советую посмотреть 14-ю серию 25-го сезона, где как раз были все эти товарищи, которых мы получим. И что там нам еще дальше? Никто больше говорить ничего не хочет? Как странно. Заставить Вигома сделать вид, что вспоминает. А, видимо, то расследование, и собираем мы в этот раз полицейские жетоны. Да, был прав один из моих подписчиков, действительно, третий акт у нас ведет Лу, и давайте посмотрим, что у нас продается. Как это не добавили ни одного персонажа? Это какая-то ошибка. Должен быть патриарх, если я не ошибаюсь. Но, возможно, еще появится. Ах да, Льюис. Невероятно, я 4 часа вспоминал, что это было за дело. Как раз на прошлой неделе было. Мы с шефом играли в наркополо в хранилище вещдоков, когда пришел Барт Симпсон и сообщил о пропаже своего друга. Я хочу заявить о пропаже человека, а еще явиться с повинной по другим случаям. А что это, Барт с ума сошел, что ли? А, как интересно, в магазине, значит, здесь никого нету, но если мы будем здесь собирать, у нас предлагают получить. Все, это предложение от Гила, поэтому... Просто почему-то он к нам не пришел и ничего не сказал. Ну, хорошо, купим мы, наверное, его в следующем видео. Игровом. Мега-церковь с патриархом. Ух, я думаю, это будет очень крутое здание, если оно еще будет так освещаться. Ну что ж, скоро узнаем. Думаю, это дело сложнее, чем кажется. Придется реально потрудиться, чтобы его распутать. Ты так намекаешь, что мне надо поехать с вами или не надо? Вам безопаснее там, где я вас вижу. Надевает солнцезащитные очки. Поехали. Какой крутой коп, Лу. И мы получаем толпу. Я очень боюсь, что толпа тоже будет в одном количестве, так же, как и дети-президенты. Начальная школа Спрингфилда. Отличная мысль, Лу. Чтобы найти этого пацана, придется поработать под прикрытием и прикинуться детьми. Мы здесь не за тем. В патрульной машине офицер К-9 косточку оставил. Можете пока погрызть. Мне надо побеседовать со своим информатором. О, вкус еще сохранился. Так, это же коп Лу. По-моему, я говорила вам, что не крысятничаю на территории школы. Проваливайте. Это есть твой информатор? Это дочь моей бывшей девушки. Раньше докладывала мне, кто прогуливает. Пока ты не порвал с моей мамой. Чтоб ты знал, теперь она твоей любимой футболкой моет пол. Только не ту Лев Крю. Она же винтажная. Слушай, дитя, что ты хочешь за информацию? Вручает скакалку.
Эта штука сама себя не раскрутит. 350 полицейских жетончиков и задание для Лу и Вигома прыгать через двойную скакалку. Ах, жалко, это 100% будет неанимированное задание, было бы занятно. О, я вижу циферку, вижу. Ура, наконец-то нам дадут купить хулиганов, конечно, за пончики, но... Я так надеялась, что детей смогу купить, но хулиганчики это тоже круто. Класс. Вот это супер. Давайте посмотрим на них поближе. Какие вы ботаны агрессивные. Смотрите, какой тут... Ага, да, это получается, хотела нажать на левого, а получилось на другого. Они как меняются. Круто. Шикарно. И звуки смешные издают. Очень круто. Друзья, я вам советую хотя бы по пару штучек обязательно купить в коллекцию. Ну, прикольно делать такие типа разборки. Ой-ой-ой. Если мы, например, поменяем место расположения. Во. Такой эффект создается, как будто они друг с другом дерутся. Очень крутая толпа, класс. Я вообще обожаю эти толпы. Супер, вот я реально счастлива. Счастлива от приза. Ну что, друзья, а остальные призы мы с вами получим уже в следующих видео. Спешить не будем, все понемножку. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.